Доброе утро, ребятки! Доброе утро! А мы все доедаем салаты. Ребята, последняя селедка под шубой. Разделили на двоих, доедаем. Все, закончилось. Леночка кушает свой любимый крабовый салат. Но сегодня сейчас позавтракаем. И я, ребята, ставлю варить бульончик. Из уточки там есть шейки и всякое такое. Будем бульончик кушать. Вообще нафиг, не будем в него кидать ни картошку, ничего, мы просто будем бульон. Ну посмотрим, может лапшу какую-то. И на вечером будем отпаиваться бульоном, короче. Ну правильно. На диету садиться, да? Да прям, на диету. Я помню в прошлом году, простите, у меня голова не мытая. Я помню в прошлом году, я после Нового года села на диету. Никто не помнит, я села на диету, а потом я спорола глупость. А потом у Лены день рождения 25-го, я сорвалась. Да? Да. Да, я помню. Я помню. Поэтому, если я сяду на диету, то после Ленного дня рождения, потому что на одни и те же грабли два раза не наступает. А там 8 марта? Мы 8 марта через месяц, прям все. На стуле не отмечаем. Мы отметим. Не надо. Так, все, доброе утро, ребята, просыпаемся, завтракаем. Вперед. Приятного аппетита. Спасибо, вам тоже. Ну что, добрались мы сегодня до конфет. Это Леночка, которая мне подарила. Посмотрите, что тут нарисовано-то. Ух, какие они разные все. Так, а этот бантик, а можно его так стянуть в бок? Не-не-не. Вот этот снимается? Погоди, сейчас. Да, можно. О, сохрани мне его. Мне как раз по размеру моей головы. Можно я тоже что-то подтяну? Давай. Все. Раз, два, три. О, слушай, оно запечатано каждое. А это воздухом тут, надуто. Тут орешек лишний. Это не надуто, это чуть-чуть надуто немножко. Мам, тут орешек лишний положили. Лишний орех. Он выпал вот отсюда. Нет, тут есть. Нет. Там есть. Нет. Посмотри на этот. Нет здесь. Так, нет, что-то уже упаковку режу. Его здесь нет, вон он. Вот, нет, вот тут есть орешек. Тут есть, а этот целый. Так это запасной, подожди. Это орех? Это он откололся, наверное. Нет, а тут он не откололся нигде. Слушайте, лишний орех. Это в подарок положили. А здесь так нету лишнего? Нету. Нифига себе! Два в одном. А, вот два в одном. А здесь нету два в одном. Ну, короче, да. Они посмотрели, что здесь два в одном. И сюда докинули просто другой орешек. А ты какую взяла пробовать, покажи. А, белая. Вкусненько? Угу. Ребята, вот такие вот, короче, конфетулечки. Это с этим. Это миндаль. Вот это миндаль. Это лесной орех или фундук, да? Угу. Это, как называется? По-моему, кешью называется. Это тоже этот лесной орешек, фундук, по-моему, да? Или нет? Или как он называется? Короче, вот так вот. А эту коробочку пока не открываем. Что это там? Номер. Альма, нельзя. Что это? Номер 435. А что это? Да, Альма! Носатая. Все. Мои конфеты! Вкусная вот эта вот молочная? Да. Эй! Сабанака, ты чего? Все, конфеточки. Я сейчас тоже одну столько с чаем попью. Посмотрите, ребята, какая у нас собачка классная. Лежит на постели, в мое одеяло укуталась. Ах ты, такая классная собачка. Альмака, девочка. +15°, ребята, правда, на солнце. Но все равно зима, блин. Офигеть. Офигенный солнечный денек. Прикольно. Цены нет.
А собаке разгрызет косточку. Альма, где косточка? Косточка. Она отвлеклась, потому что я с морозилки достала пакетик, и она смотрит. Не ели, не ели. Налетает на кису Ласу, на свою подружку. А киса сразу лапой бьет. Ребятки, вышел я на бух поснимать. Ну-ка, сейчас я микрофон так чуть-чуть заслоню рукой. Вот это на основную камеру снимает. Poco X3. Экспозицию я зафиксировал. Потому что я не люблю скачков экспозиции. Раздражает. Запись идет на родное приложение. Скачали мы Open камеру. Но там нет фиксации экспозиции. То есть там все в ручном режиме надо снимать. А он не всегда удобен. Особенно если по-быстрому надо снять. Съемка идет Full HD. 60 кадров в секунду. Вот такая вот фигня. Малышня такая прикольная. А вон там дальше мама. А вот, ребятки, широкоугольная камера. Уже не помню, сколько там миллиметров. 13, по-моему. Ну, это классно. Это классно. Так, фиксируем экспозицию. Вот. Вот так вот снимает. Ну что, прикольно. На солнце плохо экран видно. Надо посмотреть потом, что можно сделать. Все, девчонки, я пошел. Опять переключился на основной модуль. 60 кадров в секунду, Full HD. Вот так он снимает. Мне нравится, офигенно. И стабилизация есть. То в основном на 60 кадрах стабилизации нету. У такого сегмента. Это только на таких. Уже на флагманах есть она. А на дешевых нема. А здесь есть. Ну, правда, электронная. Ну, еще бы тут была оптическая вообще. И столько бы он стоил, цены бы не было. Ну что, классно, ребята, классно. А вы за мной идете? Они за мной идут. Девчонки. Симпатюльки. Малышня. Ну пошли. Только под жопу мне рогами не ударь. Вот так вот снимает Full HD. Вот еще, ребята, 30 кадров в секунду Full HD. Включается еще дополнительная стабилизация. Ну, посмотрим, как он будет стабилизировать. Ну, 30 кадров не поводишь быстро телефоном. Если надо водить, то очень аккуратно. Вот просто пройдусь быстро. Ну и съемка в 4К, ребята. 4К, 30 кадров в секунду. Посмотрим, как он тут будет стабилизировать. Вот, зафиксировал экспозицию на 4К, чтобы не прыгало. Посмотрим, что здесь и как.
Ну, по экрану трясется 4К. Не знаю, как там будет на компьютере. Посмотрим. Опять Full HD 60 кадров в секунду. Это мне роднее как-то. Все равно рендерить буду в Full HD. Собака летает. Хозяйка позвала, побежала. А на улице весна, ребятки. Солнце светит, тепло, блин. Классно. Опять переключился на ширик, ребятки. Ну-ка, пройдем с шириком. Будет стабилизация. Ну, классно снимает, классно. При всем при том, это маленькая камера, которая помещается в карман, ребята. Это не фотоаппарат с тяжелым объективом, который надо таскать в сумке или в рюкзаке. Потому что там еще микрофон к нему надо цеплять, чтобы звук был хороший, не задувал. Просто несу в одной руке телефон перед собой. И все. Ну что, ребята, класс. Вообще класс. При всем при том, такая камера помещается в карман. Во внутренней. Ну, фронталка без стабилизации, ребята. Это, конечно, плохо. Еще раз пройдемся по камням, чтобы понимать. Ну, я сильно не трясу, конечно, телефоном. Я привык уже с камерой ходить. Ну-ка, интересно, размоет передний фон или нет? А задний? Вроде не размывает. Во всяком случае, не видно на мониторе. Ну и макрообъектив. О, вот так он снимает. Да вроде ничего. Ну все, чешем до дому. Хорошего понемножку. Прикольно. А сейчас я просто перевернул смартфон, включил широкоугольную камеру, зафиксировал экспозицию и посмотрим, как оно будет снимать самого себя, сколько влезет в кадр сережки. Ну, держать неудобно, ребята. Какая-то ручка нужна. Соньку удобнее держать. Ну, экшн-камеру. Ну что, ребятки, классная камера на этом смартфоне. Сейчас снимаю на фронталку, просто экспозицию зафиксировал. Ну, чтобы не прыгал свет туда-сюда. Да нормально, прикольно. В профи-режимах я уже там лазил, но надоел этот цирк. Мне надо, чтобы достал быстро, зафиксировал и снял. Не настраивал ISO, то и дело. Баланс белого и так далее. Хорошая картинка, не вижу ничего такого. Но посмотрим еще на мониторе. Ну классно, классно. Цены нет. Та-дам, мамочка! У нас обед. Обед, да.
Леночка пошла по улице пройтись, тоже свежим воздухом продышаться. Немножко мы отправили, потому что это ж капец, сколько сидит дома. Ну, так, ребенок вообще задыхается дома, надо ее то и дело на улицу гнать. Да, конечно, конечно. Так, а мы обедаем, собственно, ребята. Олени? Салат я кишу. Ну это вообще. Да пусть будет кишу. Прикольно. Вот, картошка. 3 штуки сейчас, она в микроволновке, просто сыр послепался. О, тянется сыр. Картошка. И Сергей бутерброд попросил, и мы колбаску докторскую поджарили, очень аппетитно, очень вкусно получается. И соус, который Лена подарила на Новый год тебе, который этот самый, для чего-то там, будь здоров. Спасибо. Какой ты забыла, какой соус, короче? Болоньезе. Точно, да, соус болоньезе. Офигеть. Вот. И такой вот у нас обед. Лена не захотела есть, сказала, она гуляет, аппетит и придет есть. Ну, она конфеты таскает. Мандарины, конфеты, шоколады. Сейчас период такой, что этот самый. Сладости идут в ход. Один ты сладости не ешь. Только сушеные бананы ты кушаешь, которые прислали, вот финики такое. А конфеты, ребята, вообще не ест Сергей. Да они мне как-то не лезут. Вообще, хоть бы одну съел. Я слушаюсь организма давно уже. Короче, нам больше... Что он мне советует, организм, то я... Нам больше достанется. Мы коробку с Леной начали. Может, ну давайте. Ну одну попробую, да. Это очень с орешками. Все, вперед, обедать. Ребятки, наварила я на ужин. Хотела бульончик просто с лапшой, но получился супчик. Спросила у Сергея добавить, может, пару картошек. Он говорит, ну добавь немножко. И тут картошка, лук, морковь. Супчик получился, короче, лапша. Такая вот длинненькая. И вот целая тарелочка. Это на бульоне, ребята, с утки. Там горлышки, желудочки, сердечки, всякое такое, горлышки. Такая вот штучка. И будем с супчиками в прикуску. Ну, не хочу в суп туда добавлять. Мы так разогреем, и кто что захочет, тот и возьмет. Вон, смотрите, сейчас покажу. Вот такое вот здесь горло. Видите, желтенькое, красивое, утиное. Ням-ням. О, ребята, провели прямой эфир. 2 часа. 2 часа были в прямом эфире, надо подкрепиться, съесть шоколадку. Боже, Новый год – это время поедания сладостей. Это просто капец, да, Лена, насколько мы сжираем сладостей. И невозможно по-другому. Никак, ребята, вообще. Пробуем шоколадку. Лен, дай мне упаковочку. Сейчас, подождите. Которую с Израиля нам прислали. Вот такая вот шоколадка, она с кокосом, да, Лена? Кокосом. Вот мы ее пробуем, молочная. Лена обожает, она черный шоколад не любит, но она может поесть его, но она его не любит. Коровки тут нарисованы маленькие такие. Альма чавкает, кашу ест. Из миски выковыривает. Я люблю и молочный, и черный. Хотя, если честно, мне молочный больше нравится. Он как-то приятнее, что ли, не знаю. Вкусненько. Так, сейчас надо пойти еще снять, там просили показать, чтобы твой показали на графический монитор. Я такой фила компьютер. Уже. А монитор не включен? Покажем. Что, не надо Лена? Рисовать? Ну, покажешь там, как им пользоваться. Окей. Лена, ты видишь, у нас елка перекосилась? Потому что я там сидела. Возле нее. Нет, она там до этого перекосилась. Она, ты видишь, она засохла. Это елочка, которую мы купили за 150 рублей, маленькая. Я сегодня к ней подошла, думаю, что она криво стоит. Подошла, потрогала, она сухарь просто, она засохла. От нее воняет. И она воняет, да. Кисляком. Кисляком. Кислотой какой-то, кисляком, не знаю, воняет. Прикиньте. А чего она воняет? Засыхала и засыхала бы. А почему запах? Не знаю. Короче, надолго... Обычно у нас елка стоит 100% до старого Нового года. Мы выкидываем вообще елку там числа где-то. Перед твоим днем рождения мы всегда выкидываем и выбрасываем елку. У Лены 25 января день рождения. И выкидываем и числа 24. Но это я не знаю, сколько она простоит. Она воняет. Почему так получилось, я не знаю. Альма, ты что, аж отрыжку пустила? Слышала? Обалдеть. Ой, ребята, как-то после праздника уже 2 число невозможно настроиться что-то. Ну как-то. Какой-то такой апатия, расслабон. Даже посуду лень мыть.
прикиньте. Все, доели мы все. Лена сегодня, пока прямой эфир был, ты что, доела салат, да? Да, доела, но крабовый. Уже на конце. Доела. И осталось у нас оливье. Все, мы доели все полностью. Осталось оливье буквально вот так вот чуть-чуть. Да? Там в коробочке стояли. Я их позакрывала в пластиковые контейнеры с крышечками, чтобы они не заветривались, не обветривались. Доведи, вот все. Лене очень понравилось. Бутерброды с красной рыбой. Красную рыбу, которую я засолила. Надо будет взять еще. Нет, подожди, впереди день рождения твое. Еще бабок угрохаем, блин. Да, конечно, деньги вылетают на эти все праздники, на подарки, на то, на все. Капец. Это мы, наверное, так тратимся. Вот больше всего это раз в году. Это Новый год. Колоссальные затраты. Вообще январь у нас самый затратный месяц, учитывая еще плюс Новый год. Январь у Сергея день рождения, у Лены день рождения. Тебе нельзя шоколад, нет, нет, нет. Ты каши объелась. Что? Нельзя. Нет, нет. Как вкусно. Как вкусно. Не. Ой, сейчас упадет. Ну вот, давай, Лена, дожевываем, пошли показывать этот монитор. Ты довольна им? Угу. Классный. Там он влияет на силу нажатия, потом на сколько градусов ты перо, типа, ну эту ручку тут. Как называется это? Перо, не перо называется, Лена. Как называется? Стилус? Лен, то, чем рисуешь, стилус называется? Перо. Перо? О, перо. Перо. Собака-барабака. Наетая собака. Барабахина. У него такой уровень этот наклона. Это просто капец. У пера? Угу. Ощущается, да? Да. А, и мы такие, какой яркий экран, какой яркий экран. Потом сбоку нашли две кнопки. А что это за две кнопки? Нажимаем. А у него, оказывается, яркость экрана всего лишь на 50%. Я поставила на 60. Стояла всего лишь на 50%. И мы такие, вау, какой яркий экран. Так, Лена, она шоколадку сейчас стырит со стола. Так, ну что, пойдем, покажешь. А ну сейчас я стол буду отодвигать. Сейчас я выключу. Та-дам! Ребята, все. Вот такой вот монитор. Смотрите, размер этого монитора и размер монитора ноутбука. Офигеть, да? Они, ну, одинаковые. Включай. XP Pen. Опа. Видите? То есть, посмотрите, насколько бледный монитор ноутбука и насколько ярко здесь. То есть, изображение оттуда передается сюда. Но здесь, прям по экрану, можно рисовать и вводить. Да? Ну, открывая программу и что-то там. Погоди, перчаточка одета. А, да, в комплекте идет перчатка. Не вижу твоей руки, ты же хочешь, чтобы я тебя не снимала вот так вот, да. Это специальная перчатка, чтобы рука хорошо скользила по этому монитору. Тут специальная еще подставка да. У него. И с вот этим вот тут, сейчас покажу, стержни для него. Сменные стержни. Да, их там раз в несколько лет даже можно. Кажется, на всю жизнь хватит. Да, это точно. Программку открывай. Опа, сейчас засвечивает тут. О, море, море. Так. У меня, правда, что-то на экране тут все. В общем, я там как-то настроила такое. Кнопки. О, вот так нормально. Короче, все. Что я поставила на кнопки? Это вот обычное, вот это вот. Вот здесь, короче, есть, сейчас покажу, здесь да. Кнопочки. Каждую кнопку можно настроить на определенную функцию, что она вот. Будет исполнять, что делать. Вот здесь вот настройка именно. Чувствительность нажатия, функции пера. Вот горячие клавиши. Да, вот их можно настроить, чтобы одна, чтобы стирала, одна там ластик или отмена. Ну нет, у меня, видишь, по буквам оно угу. Все. Да. Вот. И плюс есть колесо. Колесо, оно, ну сейчас Лена покажет, оно приближает и отдаляет. Это смотря что поставить. Угу. Вот это обычное вот перо у меня поставлено. Вот это что? Это что? Это заливка. Угу. Это типа вперед-назад. Угу. Просто колесо. Знаешь, что я еще заметила? Оно угу. Не просто приближает холст.
куда ты наведешь, туда она и ту часть и приближает, да? Да, я поняла. Оно вот так вот. Угу. Потом это ластик у меня стоит. Нарисуй что-то, ну, проведи линию какую-то, чешу. Ну, а что? Что? Ну, не знаю. Не знаю, что-нибудь. Я тоже вчера тут рисовала сердечки и квадратики, больше я ничего рисовать не умею. Напиши «артисты». Напиши «артисты». Я не умею красивым почерком писать. «Артисты». Это типа улыбочка. А ну да, я попробую нарисовать сердечко. Мне этот экран не надо. А что, у меня типа руки грязные или что? Ну, на нем любые отпечатки остаются. Просто пальцем и уже все. Видишь, я не могу даже линию в линию завести. Вот так вот. Язык. Пойдет? Да, пойдет. Ну, прикольно. Классно. То есть любой цвет, тут, ну, два нам функции. Ну, а у тебя есть какой-то твой рисунок сохраненный, чтобы показать? Не хочешь, ты еще не закончила? Нет, ну у меня. Ну, один какой-то. А зачем? Ну, именно файлов у меня не законченных. У меня есть типа PNG. Ну вот да, формат. Что-нибудь, что можно на этом планшете нарисовать, чтобы, ну, понять, показать, что. А, что, блин, а как я? Сделал. У меня там папка и. Меня, ну давай я камеру пока отведу. Куда? Ну вот так вот, все. А ты выбирай рисунок, который ты хочешь показать, только недолго. Ну вот, который я как раз таки первый. Показывать? Да, который самый первый на этом планшете нарисовал. А увеличить чуть-чуть можешь, чтобы, ну. Не, не так прямо, а еще. Ну, чтобы оно в кадр все влазило. Ну, в смысле, чуть вот так? Не, о, ну вот так вот, допустим. Вот. Вот это вот нарисовано на. Это ты уже на этом рисовала. Да, это да? Самый первый на этом. Угу. Вот. Еще какой-то покажешь? Ну, может быть, который не на этом планшете нарисован. Который не на этом, допустим. Блин, сложно. Какой-нибудь покажи, который можно. Потому что Лена очень к себе самокритична, и ей многие, ну, рисунки, типа, они несовершенные. Куча, тут очень много старых. Ну, какой-то нет. Старый покажи, господи. Нет, старый не надо, пожалуйста. Нет, ты долго ищешь, Лена. Ну, давай, какой-нибудь, пожалуйста. А, я нашла, но сейчас. Нашла? Да, сейчас. Где? Ну, в смысле, я бы потеряла. Потеряла? Все. Можно, да? Да. Ой, это кто? Да, зайчик. О, мне нравится кофточка в полосочку. Я ее полчаса делала, блин, да? Это все. Ой, полчаса, это что, много? Прикольно, классно. И, короче, всякое можно вот рисовать на этом самом. Не, ну, конечно, цвета. И вот, смотрите, показывают на мониторе, как она раньше рисовала на мониторе. Смотрите, здесь какие цвета, да? Насколько оно бледно. И здесь. Как ярко и четко вообще. Это экран этот HD или как там, я не знаю. Видишь, куда его этот наведешь, он туда приближает. А, то место и приближает оно. Да. Ну, классно, короче, Лене очень нравится. Классно, классно. И тут же по нему можно, допустим, видео на Ютубе открыть и смотреть, да? Да, когда, если можно. Интернет есть. Это как второй монитор. Да, как второй монитор. То есть можно и по Ютубу видео смотреть. Они будут ярче и красочнее. Ну, короче, прикольно, Лена. Я тебя поздравляю. Рисуй с удовольствием, набирайся опыта, если тебе нравится, пожалуйста. Да-да, мамочка, да-да. У нас ужин. Ребята, мы сегодня, да, так поздно ужинаем, ребята, 12:30, как новогодняя ночь. 12:30 мы ужинаем, потому что мы долго, мы же прямо в эфире были 2 часа, потом Сергею надо было видео смонтировать, которое на 7 утра. Вот, и 12:30 мы садимся ужинать, Лена спит уже. Короче, вот такой супец с вермишелечкой, куриный альма нельзя. Сергей тоже, он майонез себе бахнул, уже тут сало, зеленый лучок, хлеб, ребята. И в прикуску это потроха от утки, шейка, желудочки, вот печеночка есть, вот кусочки. Ну, такое повыбирать можно, погрызть, да, утиные. Вот, вот так вот наш день и прошел, пролетел. Альма кашалашки. А ты уже кушала, не ври, не надо притворяться. Ты кушала кашу? Конечно. Все, ребята, на этом прощаемся.
Всем спасибо, что к нам зашли на огонек, к нам зашли в гости. Спасибо всем, кто был на прямом эфире. Спасибо всем, кто будет смотреть его в записи. Было очень классно, хорошо провели время. 2 часа. А пролетело как быстро, да, незаметно. Когда общаешься, то все пролетает. Еще раз всех с Новым годом. С Новым годом, ребята, с новым счастьем. Все. До завтра, на этом прощаемся. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока, ребята.